Всем привет! Вы на канале Cooks Brother Hooks. И сегодня будем сало коптить. У нас банка, вот сало есть. Закрыли сало когда-то давно. Оно стоит тут, ждет своей очереди. Я это делал уже, получалось очень вкусно достаточно. Так что у нас там мангал уже горит. Мы греемся периодически. И что, для начала надо сейчас вскрыть банку. Вот такой способ хранения сала очень хороший. Оно долго не портится. И получается достаточно хорошее. И, естественно, мы ее немножко сейчас... Можно соль просто скрести, но мы замочим в воде. В обычной воде, подготовленной, ключевой. Ну вот, смотрите, мы достали все наше сало. И даем ему отмокнуть где-то полчасика, час. А то соленое слишком будет. Что-то когда коптишь сало, эта соль больше проявляется. Будешь сало? Эй! Коша, сало будешь? Нет? Ну ладно. Эй, сало захотел? Что? Ты же не ешь свинину. Куда полезла? Смотрите, друзья, вот у нас сало помокло где-то полчасика. И щипа вот у нас замочилась тоже. Подготовили. И сейчас на дно ее коптильню выложим. Все просто делается. Также на дно положу немножко веточек. Тут разные деревья. Они дадут свой аромат тоже. Сливы, вишни здесь. Возьмем нашу коптильню и уже будем раскладывать сало в произвольном порядке. Куски разные. Ну и все, как бы убираем. Можно дать немножко коптить, но как бы у нас погода не солнечная. Вот. Накрываем плотно крышку и ставим, идем. В принципе, поставили, костер у нас горит. И чтобы не открылась крышка, мы сейчас пару камушков положим сверху. Все, ждем где-то примерно полчаса, час. Сало подольше коптится. Углей, я думаю, хватит. Ну что, смотрите, вот у нас прошло полчасика примерно. И мы снимаем нашу коптильню. Открываем. Вот такая красота получается. Копченое сало, вкусный аромат вообще божественный. У нас, смотрите, сколько сала, стекло, масло. Прям супер копченое. Сейчас будем пробовать, что на вкус. Оно просто тает. Ну вот, друзья, закоптили мы сало, вот такой вот прикольный запах, вообще бомбический. Обалденно резалось вообще прям, как масло. И будем пробовать, что у нас получилось. Просто тает масло. Копченое сало – это бомба. Непередаваемое ощущение, кто не лифит сало, я вам сочувствую. Это просто бомба. С хлебушком обязательно. Закуска подойдет отлично под любые горячительные на природе. Какой сало соленое коптить обязательно, либо купите, не могу просто остановиться, либо купите готовое сало и закоптите, но лучше домашнее, вкусное, и шкурка у нее нежная, и коптится оно лучше, не такое жесткое. Обязательно берите, чтобы мясо минимум было. Всем приятного аппетита. Вот такой рецепт копченого сала для вас сделали. Завтра на рыбалку поеду, обязательно возьму с собой. Куда рыбалка без сала, чтоб плевал лучше. С вами был Димас, оператор Антон, вся наша банда Cooks Brother Hooks. Все, всем пока-пока, увидимся.